Добрый день, здравствуйте, доброе утро, добрый вечер. Здравствуйте всем, кто нас смотрит. Вас приветствует компания Arbat Homes и я, ведущая нашего YouTube-канала Татьяна Пекер. Всем желаю хорошего настроения, позитива, ведь это залог удачи во всех начинаниях. Очень часто нашим менеджерам поступают запросы на какого рода недвижимость. Дом с землей, может быть, коттедж. То есть вот такого плана вопросы часто интересуют наших клиентов. Поэтому, принимая во внимание ваше желание посмотреть частный дом и даже земельным участком, сегодня я вас порадую обзором виллы 4+1. Вилла наша находится в районе Бекташ. Это очень тихое, спокойное место в городе Алания. Расположено 4 километра от моря и центра Алании. Здесь не шумно, здесь прохладно и открываются очень красивые виды. Давайте подробнее посмотрим нашу виллу. Итак, наше сегодняшнее предложение – вилла 4+1. Вилла двухэтажная, но вилла не отдельно стоящая. Можно это назвать таунхаусом, то есть две смежные виллы. У каждой есть свой вход, у каждой есть, внимание, свой земельный участок 340 квадратных метров. Представляете, вы встаете утром, выходите с чашкой кофе или чая на этот балкон, и вот эту панораму вы видите каждое утро. Это будет делать ваш день. Я уже сейчас вам завидую. Я бы хотела все же начать просмотр нашей виллы с коридора. Я люблю делать обзор квартир, вилл, недвижимости с холла. Итак, мы находимся с вами еще раз в вилле 4+1. 2008 года постройки наша вилла. Пусть вас не пугает эта цифра. На самом деле, в прошлом году хозяин сделал здесь не только косметический ремонт, а ремонт от А до Я. Когда мы делать будем с вами полный обзор, я вам расскажу детально, и вы уже сможете увидеть все это сами. Планировка 4+1, два этажа. При входе мы попадаем в большой холл, и, можно сказать, вот это пространство нишей, влезет сюда огромный шкаф, полугардеробная. Спускается лестница на первый этаж с выходом на свой собственный сад с видом на море и зоны барбекю. Итак, на привходном этаже у нас имеется 3 ванные комнаты, гостиная и 2 спальни, а также огромный балкон с великолепным видом на Аланию. Площадь нашей виллы составляет 280 квадратных метров, а земельный участок, который также входит в стоимость нашей виллы, составляет 340 квадратных метров. Попозже чуть я вам покажу вот эту зеленую территорию около нашей виллы. Мы сейчас с вами находимся в гостиной. Посмотрите на цветовую гамму. Очень красивый и качественный мрамор на полу. Посмотрите на это точечное освещение, на подвесной потолок. Мне очень понравились панорамные окна. Знаете, сам Бог велел сделать панорамные окна, когда вокруг только море, 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 нескончаемое море. Смотрим, это у нас камин, камин работающий, функционирующий, новый. Вот, я думаю, что меня оператор снимет. Видно, да, за мной прекрасный вид. Кстати, вилла продается без мебели, но с полным комплектом бытовой техники. И есть еще одна изюминка у нашего предложения. Это отдельная кухня, полностью укомплектованная. Что у меня в руке? Пультик. Так. Автоматические рольставни на всех окнах. Есть кондиционеры, и я хочу все же выйти на балкон, чтобы оценили этот масштаб. Я даже не представляю, что можно сюда поставить.
хоть детский бассейн, хоть мебель, хоть, я не знаю, здесь можно жить, спать, работать, можно застеклить все, что вы хотите. Посмотрите качество. Обожаю. В каждом предложении, которое я показываю, я его меряю для себя. Вот здесь бы мне хотелось пожить, честное слово. Даже своего сынишку представляю, как он здесь будет играть с друзьями. Дорогие мои, я думаю, что вам это предложение тоже понравится. Посмотрите на эту красоту. Не отказывайте себе в удовольствиях. Это так красиво. Нужно жить каждой минутой. Я вас жду на кухне, а остальные комнаты смотрите уже без меня. Вы знаете, очень комфортная лестница. Я сама живу в дуплексе и знаю, что такое лестница, что такое удобная лестница. Как красиво, боже мой, очень красиво, все оригинально, все стильно, очень красивая цветовая гамма. Напоминаю, мы сейчас спустились на первый этаж, здесь у нас две спальни и отдельная кухня. Обожаю отдельные кухни. Женщины, кто любит готовить, у кого семьи, дети, мы живем на отдельных кухнях, мы готовим здесь и кушаем, и в телефоне сидим, и с друзьями общаемся, и с семьей общаемся. Мы всегда живем на отдельной кухне. Не очень люблю американские кухни, есть тоже и плюсы, и минусы. Теперь ваше внимание хочу обратить на вот этот островок. Очень удобно. Я уже проверила вот эти, кстати, высокие стульчики. Я не люблю вот такие вот высокие, как на барных стойках, но здесь, кстати, комфортно. А можно на ваш вкус что-то новенькое приобрести сюда. Но, в принципе, знаете, комфортно. Я очень люблю отходить от темы, дорогие наши подписчики. Давайте по делу. Давайте кратенько посмотрим с вами кухню. Панорамное окно, красивый вид, здесь же микроволновка, духовочка, много-много-много шкафов. Здесь, кстати, у нас кухню разбили на две секции, очень удобно. Люблю очень угловые кухни, а здесь еще на уголок, получается, у нас разбит. Шкафчики, кастрюльки, тарелочки. Семья большая, планировка 4 плюс 1, поэтому шкафчиков нужно много. На островке у нас идет варочная поверхность, это газ. Заказываем газовый баллон 100 с хвостиком лир. Вытяжка, вся бытовая техника у нас новая. Очень красивый фартук мне понравился. Здесь то же самое, шкафы, посудомойка и холодильник. Я вас приглашаю на балкон. Выход имеется также с кухни, и один стульчик мы уже уговорили на балкон. Там есть очень симпатичная барная стоечка. Сейчас мы с вами там пообщаемся. Я думаю, вы оцените вот этот отдых. Очень комфортно вечером наслаждаться этой панорамой, этим свежим воздухом. Никакого шума, только слышите? Сверчки. Стоимость данного предложения, наконец-то, я созрела, 330 тысяч евро. Вы спросите, почему такая цена? Самая жирная точка – это, конечно, вид. Я имею в виду самый главный фактор, который влияет на стоимость этого предложения, а также большая квадратура, 280 квадратных метров и свой земельный участок, который также входит в стоимость нашего предложения этой недвижимости, 340 квадратных метров. Напоминаю еще раз, вид на море, на горы, а за красоту, что мы делаем, платим. Итак, хочу напомнить вам о факторах ценообразования недвижимости в Алании.
Во-первых, это местоположение. Асымбек всегда говорит: местоположение, местоположение, местоположение. Не случайно, потому что чем центральней, чем ближе к морю, тем недвижимость у нас дороже. Следующее. Богатая инфраструктура комплекса или коттеджного поселка, например, такого, где мы сейчас с вами находимся. Сауна, турецкая баня, теннисные корты, большая территория, открытые бассейны, парковки и так далее. Чем больше инфраструктуры, тем стоимость у нас выше. Следующее. Ценятся очень верхние этажи. Почему? Потому что есть возможность посмотреть на море и на горы. Помните, что я сказала на балконе? За красоту, что мы делаем, платим. И последнее. Не забываем про год постройки, потому что новая недвижимость ценится всегда на ура. Поэтому, дорогие друзья, я потихонечку иду на выход, сделаю заключение, резюмирую свой сегодняшний ролик, вкратенько расскажу вам информацию и также мы глянем с вами инфраструктуру. Итак, уважаемые наши, сегодня мы с вами смотрели виллу таунхаус планировки 4+1, которая находится в районе Бекташ города Алания. Наша вилла имеет площадь 280 квадратных метров. Двухэтажная планировка, еще раз говорю, 4+1 с отдельной кухней. Также в стоимость недвижимости входит земельный участок 340 квадратных метров. На этом земельном участке имеется зона барбекю, а также автоматический полив. И на крыше у нас есть солнечные батареи. Это значит, что вы будете экономить на электричестве время от времени. Несколько слов об инфраструктуре этого комплекса. В этом коттеджном поселке есть подобных 88 вилл. Что касается инфраструктуры, два открытых плавательных бассейна, открытая парковка, открытая парковка, теннисный корт и огромная зеленая ухоженная территория. 7/24 видеонаблюдение, а также всегда здесь есть управляющий. Итак, самое главное, цена 330 тысяч евро. Вносите задаток, приезжайте, и этот кусочек счастья будет вашим. На сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Татьяна Пекер, и не забываем, что скоро, очень-очень скоро, директор нашей компании Асымбей, Асымбаштуу, будет в Москве. Поэтому по номеру телефона на экране пишем, записываемся на индивидуальные встречи и любые консультации по турецкой недвижимости у вас в кармане. До свидания на сегодня. Пока-пока.